тот день трехлетняя Карина Чекитова из Якутии собралась навестить своего отца, живущего в соседней деревне. Дорога девочки лежала через глубокий лес, но мама не волновалась, малышка не раз проделывала этот путь. Как бы там ни было, дойдя до соседней деревни, папу она дома не застала. Карина решила поискать отца в лесу. Даже взрослые мужчины никогда не заходили в тот лес без ружей, ведь он кишил волками и медведями. Когда Карина со своей маленькой собачкой не вернулась домой через несколько часов, родителям стало ясно, их дочь между жизнью и смертью. Мама и папа винили во всем себя, не оставляя надежды найти своего ребенка. Группа за группой спасатели без конца прочесывали километры сибирского леса. Безрезультатно. Прошло 10 дней, и родители уже начали привыкать к мысли о худшем. Все изменилось на 11-й день, когда домой вернулась маленькая собачка девочки. Спасатели подумали, что питомец оставил малышку в лесу, потому что она умерла. Но пес, зайдя домой, поспешил обратно в глухую чащу. Родители поняли, надо следовать за собакой. Пройдя несколько километров за животным, спасатели вдруг увидели маленькую девочку в высокой траве. Карина, живая и здоровая, смотрела на них испуганными глазами. Малышка была невероятно истощена, голодна и холодна, но находилась в здравом уме. Дома Карину ждали родители. Позже девочка рассказала, как ела ягоды, листья и траву, чтобы выжить. Настоящая героиня. Храбрый пес малышки отгонял своим лаем волков и медведей. Вместе они согревали друг друга 10 долгих ночей, пока однажды собака вновь не вернулась домой. Благодаря собаке история Карины Чекитовой получила счастливый конец. Чтобы отдать честь храброму четвероногому другу, жители Якутии установили ему памятник, который теперь олицетворяет дружбу, верность и любовь. В настоящий момент маленькая Карина почти полностью пришла в себя после своего тяжелого приключения. Маленький верный друг все еще с ней. Уважаемый друг, не забудь поставить лайк и поделиться этой записью со своими друзьями, а также подписаться и прокомментировать. До встречи в новом видео.